Жители Калмыкии могут стать волонтерами празднования Дня Победы. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило о старте всероссийского конкурса «Послы Победы 2023». Более 200 тысяч добровольцев примут участие в организации ключевых событий празднования 78-летия Великой Победы по всей стране. К участию приглашаются жители республики от 18 до 35 лет, которые в течение года принимали активное участие в добровольческой деятельности. Заявки принимаются до 20 марта включительно. Результаты конкурса будут известны 3 апреля, сообщает правительство республики.